КТМ-5. Да, это КТМ-5. Вроде бы М3. Кстати, пантографы, да. Из бумаги. 71-605. Сайта «Бумажный троллейбус». Это Г2. Грузовой трамвай номер 2. Он в данный момент везет пантографы для новых трамваев. Отставим их в сторонку и сделаем на него небольшой обзор. Вот он, в Перми. Вот так вот выглядит моя бумажная модель. Пантограф, он тонкий, потому что модель старая. Вот такой вот. Надпись на двери Г2. Логотип компании. На лобовом стекле имеется табличка, то что это Г2, грузовой вагон. Замазан старый номер, написан новый номер 501, присвоен этому вагону. С другой стороны, тележки имеются у меня от КТМ-19, потому что его родные тележки пришлось отломать, потому что он был с ними низкий. Это изначально был обычный вагон КТМ-5. Но я ему решил спилить кузов. И получился вот такой вот грузовой вагон. Вот зад. Есть косяки в сборке. Но это не значительно. Вот так вот он выглядит с другой стороны. Доказательство, что он был пассажирский. Объемная дверь. И вообще она имеется. Двери объемные, кстати. Тут открыты, типа, борт, под которым прячется тележка. Вот дно этого вагона. Масштаб 1:87. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!